Сегодня мы провели плановую антитеррористическую комиссию, на которой присутствовали представители прокуратуры, представители УВД, представители Росгвардии. Также мы пригласили представителей бизнеса. Это места массового пребывания людей, торговые центры и наши руководители культуры, спорта, образования. У нас 58 мест массового пребывания людей. Мы ответственным должностным лицам задали вопросы относительно актуализации паспорта, наличия технических средств и мер, принимаемых для обеспечения безопасности наших граждан. Сотрудники прокуратуры, сотрудники УВД обратили внимание должностных лиц на то, что у них имеются нарушения, по каждому из нарушений имеются сроки на его устранение, а также меры, которые они должны принять для обеспечения безопасности наших граждан. У нас запланировано проведение общеобластного субботника, который мы будем также сопровождать по безопасности. Все необходимые меры приняты и будут реализованы в полном объеме. В дальнейшем мы будем сопровождать празднование нашего православного праздника Пасхи. И в дальнейшем 9 мая всех выпускных вечеров, последних звонков на объектах образования мы также сопроводим вместе с сотрудниками полиции и Росгвардии.